Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев подарил Ульяновской спортивной школе Олимпийского резерва по боксу имени Липатова новый профессиональный ринг. Получать подарки всегда приятно. Новенький спортивный ринг соответствует всем стандартам для проведения профессиональных боев. Напомню, в 2017 году был произведен капремонт внутренних помещений центра бокса, а в этом году завершили ремонт фасада здания и благоустроили прилегающую территорию школы. Всего на эти цели было потрачено 14,5 миллионов рублей. Бокс, он обучает любого спортсмена порядочности, культуре, уважать все ценности, потому что в боксе есть четкие правила. Он на сегодня самый благородный вид спорта. В школе активно занимаются укреплением материально-технической базы. В рамках национального проекта «Спорт. Норма жизни» закупаются спортивные тренажеры, боксерские мешки и перчатки, а также ринги. Здесь идет подготовка наших юных спортсменов. Здесь стоит ринг, стационарные тренажеры. И полноценные тренировочные занятия проводятся именно здесь. То есть здесь у нас куются чемпионы, потому что весь тренерский состав, самый сильный, считаем, он у нас как раз-таки тоже работает в этом центре. В спортивной школе Олимпийского резерва по боксу занимается 269 спортсменов и 18 тренеров. В ходе встречи спортивной общественности было подписано соглашение между губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым и генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым о взаимовыгодном сотрудничестве и развитии бокса на территории региона. Антон Никонов, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ.